bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Ну, этот спектакль, к сожалению, не знаю, название было очень хорошее, но я, честно говоря, не проникся. То есть не было чего-то того, но это эмоции или энергии, которые может передать, в принципе, театр, постановка или даже один любой актер своей игрой. Спектакль оставляет, ну, лично для меня неоднозначное впечатление, потому что я то понимала, то не понимала, то снова понимала, то опять не понимала. Очень много недосказанностей, очень много пространства для мыслей. Ну, спектакль, идеи я не уловила, но мне понравилось три вещи. Повторюсь, это длина цепочки. Второе, что меня поразило, это, конечно, пластика ребят. Очень они, конечно, гибкие, что поражает. И... ну и когда силуэты вышли внезапно. Самое главное, там заложена идея, одиночества в этом спектакле. И в спектакле, и в пьесе. Когда меня спрашивают, о чем спектакль, я еще говорю, что он о собаках. То есть на самом деле там каждый друг другу собака, каждый какое-то вот такое существо, которое грызается на всех, оно, которое не любит никого, по сути. То есть это люди, которые безумно одиноки. Что шут, что король, что королева мертвая, вот, что какие-то там проявления теней, как, каких-то мыслей, каких-то страшных этих королевских. Вот. То есть спектакль об одиночестве о собаках. До сліз. Головне було та ось атмосфера, яка була тут, яка йшла до глядачів, і це було вельми моцно, правда. Це тяжко буде забути в таким часі. Впечатлення, ви знаєте, дуже сильні, дуже глибокі. Последняя фраза, которая была сказана, что очень трудно передать те ощущения, те эмоции вообще, которые люди испытывали во время Холокоста. На самом деле, эти все эмоции и впечатления удалось передать. Вроде из крайности в крайность не было слишком перегружено чем-то, каким-то напряжением. Вроде люди показывали легкость, но потом резко из этой легкости переходили в какое-то более глубокое ощущение, которое производило впечатление даже сильнее, чем если бы это всегда было напряжение. Мне кажется, что люди должны знать об этом, насколько бы она тяжела ни была. В спектакле мы, конечно, пытались обрезать углы, потому что если все вытаскивать, это, ну, просто очень жестоко будет по отношению к зрителю. Ну, а вообще идея спектакля, чтобы насилие не повторялось, все-таки сказать нет насилию.